Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Банча Калпатаруа Шекипасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Бачаланг Пангунг Ланхайтигирим Яткипатам Ахангабанди Парамананда Мадава Бриндавай Тусиде Пайпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасвати Вясам Тато Яйо Мудира Анкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагна Бабишта Духам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатюхам Панатопал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чарана Джавиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуриджита Кимапигаводу Шуадарши, Пурнану Рагара Сасагара Сара Муртихи, Сарадхи Камахи Кадакам Караши, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодато Санкиртанай кабитаро камала ятакшо Вишамбару диджабару югадхармапалоу Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча муктинча тада синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманга мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаси Джасиастихидай Самбихид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Nibritta Tarshay Rupagiya Manat Bhavau Shadachatra Mano Virama Kautama Sloka Gunanu Bhadat Viram Meta Bina Pashugnat. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru told, we should charge dynamite. Гуди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы с помощью такой яркой взрывной буквально харикатхи мы должны пытаться изменить сердца других. И вот Гуди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы должны буквально взорвать сердца обусловленных душ динамитом харикатхи, иначе они не смогут изменить свое настроение. Никто не хочет, мало кто хочет совершать харибаджан. И вот кроме тех завистливых охотников. Есть разные охотники. Какие-то охотники очень жестоки. В читании Чайтамрите описывается. Махапрабху там говорит Санатана Гасаю об одной истории. Это настоящая история, это факт. На пути к Аллахабаду Нарада Риши шел, и тем временем Нарада обнаружил какое-то животное, точнее многих, нескольких животных, они бились в предсмертных конвульсиях, очень такое плачевное зрелище, и Нарада Махарадж шел дальше. И однажды он увидел какого-то охотника, тот очень гневался, обругал его, что ты делаешь, ходишь, беспокоишь меня, тут из-за тебя какое-то животное убежало, ты виноват в этом. Нарада спросил, вот я по дороге я видел полуубитых животных, это ты сделал, да, я. И Нарада сказал, у меня просьба к тебе. Что за просьба? Я могу дать тебе все, что хочешь, кожу, какая-то шкура оленя или еще что-то. Нет, моя просьба к тебе, если ты убиваешь животных, убивай сразу, полностью. Зачем их убивать наполовину, что они потом страдают долгое время? И вот в этой шлоке говорится, харикатха – это лекарство, трансцендентное лекарство. И вот те, кто хотят пересечь этот материальный океан, они должны принять прибежище в этой харикатхе. Если они не принимают прибежище у харикатхи, то они не смогут пересечь этот материальный мир. Они должны принять прибежище искренне у этой харикатхи. Кто в этом материальном мире на небесах? Кто игнорирует слушание харикатхи, кроме каких-то завистливых и жестоких людей, как охотников?
они только избегают харикатхи, а кроме них никто не избегает. Шрила Прабхупад поэтому говорит, что мы должны буквально взорвать сердца невежественных людей с помощью такой взрывной буквально харикатхи. И мы должны их предубеждения все преодолеть. И вот Вишванатха Чакравати говорит, что есть много слоев внутри сердца обусловленной души. И вот внутри сердца обусловленной души есть разные покровы, зависит от человека, может, у кого-то какие-то препятствия, одни у кого-то другие, и это не позволяет нам обрести связь с Харикатхой и Харинамом, или с Харикатхой и Харинамом, это сам Бхагаван. Сам Бхагаван приходит в форме Харикатхи, и поэтому в вашем сердце, ваше сердце покрыто пылью, и можно видеть в чьих-то сердцах покрытие из земли, пыли. Но пыль можно достаточно, или вот зеркало, если лежит долгое время, и вот в процессе на зеркале накапливается пыль с течением времени, и уже если долгое время прошло, то уже зеркало настолько покрыто пылью, что ничего не видно. Нужно протереть зеркало от пыли. И после этого можно уже видеть свое изображение. И таким образом Вишванатха Чакравати говорит, такие сердца людей, они покрыты пылью. И у кого-то уже эта пыль стала глиной. И какие-то сердца, можно увидеть их покрыты в такой пылью, которая уже стала подобна камню. Какие-то подобно железу. It depends upon their samskar and according to their activities, they are going to grow. И вот в зависимости от самскар и действий людей, у каждого какой слой пыли сердца образуется. И особенно Шрила Прабхупад говорит, что те, кто совершают оскорбления, Шрила Прабхупад говорит, те, кто совершают апарадхи, оскорбления, они не могут почувствовать никакой реакции даже после слушания харикатхи от возвышенных личностей. И вот после слушания харикатхи от возвышенных саду, все же не все могут почувствовать что-то в своем сердце. Это значит, у них есть какие-то оскорбления. Если есть какие-то греховные действия, грехи, это не так плохо. Оскорбление, особенно вайшнава апарадхи, нама апарадхи, гораздо хуже. И в этом случае, если вы слушаете харикатху от возвышенных личностей, то все же вы не сможете почувствовать никакой реакции внутри вашего сердца. Оскорбление апарадхи, они мешают нам, нашему духовному продвижению. Шичитани Махапрабху являл какую-то лилу Сачимату. Вот Сачимата, например, в Читани Бхагавате описывается случай.
Иси Чайтанья Махапрабху, он провел такую лилу, провел Айшварья Бхаву, он распространял прему всем преданным. И в Сивасангане Махапрабху он проявлял Ишвар Бхаву и распространял прему каждому, но не давал прему Шачимати, своей матери. И вот сейчас те преданные спрашивают: «О, Прабху, почему вы не дали прему Шачи своей матери?» И Гуранга Махапрабху сказал, что она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайты Гасая. Внешне, может, это не выглядит так, но даже в уме, если мы совершаем какое-то оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнава, даже в уме, это все равно оскорбительно. И вот Шачимата так не смогла обрести прему. Махапрабху говорит: «Я не могу дать ей прему, поскольку она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайты Гасаи, и Адвайты Гасаи сообщили об этом, что его Шачимата оскорбила». И услышав это, Адвайта Гасаи, он упал без сознания. Он сказал, как, что же делать. Моя мать Махапрабху Шачимата, она... Вот Адвайта Гасаи, он как бы услышал об этом, и он упал без сознания. И Шачимата пришла, прикоснулась к его лотосным стопам. И Шачимата тоже упала без сознания, поскольку Махапрабху даровал ей прему. И в этой сочетании Бхагавати мы можем найти, что даже Шанкар Бхагаван, даже если Шанкар Бхагаван совершит такое оскорбление в адрес Вайшнава, он все равно будет наказан. Шулапани значит тот, кто Шанкар, тот, кто держит трезубец в руках, даже если он совершит Вайшнава аппарату, все же он будет наказан и нет прощения. И Вайшнава Парадха – нечто такое, что за пределами нашего представления никто не может быть прощен. И в Чайтанья Бхагавате мы можем найти много вещей о Баладев Татве, поскольку Вриндаван Дас Тхакур Махасой, он ученик. Нитьянанда Прабху. И поэтому в Чайтанья Бхагавате можно найти прославление Нитьянанда Гасая. И вот суть в том, последний раз я говорил о Расалиле Нитьянанды Баларама. Вриндаван Дас Тхакур Махасой говорит, много пандитов и так, они боролись всегда вот с этим убеждением, что Баладев никогда не совершал никакую расалилу, Баладев расу. Они не могут принять Баладев расу. Даже я могу показать, что какие-то знаменитые писатели пишут большие книги, вроде пандиты, ученые,
и они заявляют, даже некоторые смеют заявлять, что их книжки написаны по милости Гуранги Махапрабху. И большинство людей, особенно сахаджи и прочие мошенники, они читают эти книги постоянно. И вот они спорят на эту тему, что Баладев не совершал никакой расы, но Баладев расу мы можем найти в Шримад Бхагаватам Махапуране. И вот о Баладеве и его расе мы можем найти упоминание там. И наш Вриндаван Дас Такур Махашой пишет. Даже будете изучать Риг Сам Йоджуа и Атхарва Веды, даже если вы будете изучать вот эти четыре Веды, Риг Сам Йоджуа и Атхарва и различные части вот этих четырех Вед, Вриндаван Дас Такур Махашой говорит, даже если вы будете изучать четыре различных веды, то все же тема Баладевы и Нитьянанды очень сокровенна. Если вы будете изучать вот эти четыре веды, все же тема Баладева очень сокровенна. Не каждый может понять, и не каждый может принять, как в случае с нашим Кришнадас Кавираджем Госвами. Пишет в Чайтанье Чаритамрите, что когда я был в моем предыдущем ашраме, Кришнадас Кавираджа Госвами, когда я был дома, то в то время праздник был какой-то в нашем доме, и вот Минкетан Рамдас, они все пришли, чтобы участвовать в этом празднике. И мой брат был там. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, мой брат был там. Но когда Нимкетан Рамдас зашел в комнату, мой брат не выразил ему почтения, и там был один браман, который поклонялся браманам, божествам, поскольку в предыдущем доме Кришнадас Кавираджа Госвами были божества. И вот этот Гунаван Миша вроде, и брат Кришнадас Кавираджа Госвами, они не выразили почтения Нимкетан Рамдасу. И вот Нимкетан Рамдас пришел, все встали. В знак почтения он был вечным спутником Баладева. Нимкетан Рамдас, он вечный спутник Нитьянанды Баларама, но он не выразил никакого почтения ему, поскольку брат Кришнадас Кавираджа Госвами, он сам пишет, что мой брат, он имеет огромную веру в лотосные стопы Гауранги. Но он не верит Нитьянанде Баларама, но может выразить почтение формально, но в сердце у него нет такой сильной веры. И вот Минкетан Рамдас, уходя с того места, он разбил флейту и ушел.
И вот он говорит, что это сута. Он не встал, когда Баларам пришел. Когда Баларам пришел, Сутадев Госвами не встал, чтобы выразить ему почтение. И много сиддханты на эту тему, я не буду об этом говорить сейчас. Тот, кто сидит на Вьясасане, тот одобрен всеми риши муни. Он, несомненно, не может совершить никаких ошибок. Но почему же он не встал, когда Баладев пришел? И Баладев, он взял травинку и прикоснулся к, к Ломахаршану. Сушута, точнее, это не имя, а... Карна, например, зовется Сутапутрой. Это браман, женщина, браманша. Если же женщина выходит замуж за шудру, это сута называется. И вот его звали Ломахаршан Сута. Там еще Угра, еще какой-то сута был. Ну, в общем, сута такой. Незаконно рождение, что-то такое. Ну, чтобы как противно родился, в общем, неправильно кто. Нет, в неправильных семьях, ну, что-то такое. И вот Мингетан Рамдас говорит, что это сута. Ломахаршан Сута, который не встал, когда Баларам пришел. Хотя кто-то может прийти и сказать, а где Баларам, он разве пришел? Только Мингетан Рамдас пришел, сам Баладев не пришел. Кто-то может сказать, почему Баларам же не пришел, где он? Только Мингетан Рамдас пришел, но вы не знаете сиддханты. Если кто-то оскорбит чистого саду, внешне у него нет каких-то регалий, какой-то славы, но если он получил полную милость Гуру Падмы, но славы у него нету, и если кто-то оскорбит этого преданного, этого саду, то это автоматически он оскорбит его Гурудева. Один чистый саду, подлинный саду, который тоже чист. Если кто-то оскорбит ученика такого саду, подлинного ученика, то автоматически он оскорбит его Гурудева, поскольку Гурудев пребывает в его сердце. И поэтому, когда Мингетан Рамдас пришел, он пришел с Баладевом, поскольку Баладев пребывает в его сердце. Когда Мингетан Рамдас пришел, будь уверен, Нитянанда Прабху тоже пришел, он пребывает в его сердце всегда. И таким образом Мингетан Рамдас, он сломал флейту и ушел. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит, когда вот Мингетан Рамдас ушел с этого места, вайшнавы не гневаются, кто-то может превратно понять, вайшнавы никогда не гневаются, поскольку гнев — это проявление тамагуны, но все же какие-то вайшнавы внешне, чтобы кого-то отругать, очень могут как-то строго сказать, но это не их не тамагуна совсем. И вот мы можем найти много случаев. И вот Мингетан Рамдас ушел с этого места, как будто разгневался. Кришнадас Кавираж Госвами пишет, когда Мингетан Рамдас ушел с этого места,
Кришнадас Кавираж Госвами пишет о своем младшем браге, брате, когда Менкетан Рамдас ушел с того места, оскорбленный Гунаван Мишра и моим младшим братом, то в этом случае мой брат встретится с... Он совершил большое оскорбление. И вот обычная концепция, которая в нашем обществе происходит, что если кто-то общается с какой-нибудь, имеется в виду тот, кто принял обет отречения, а сам не следует этому отречению, то это становится причиной падения. Но они не знают, что падение может прийти в различных формах. Не только в форме общения с женщинами, для тех, кто принял обет не общаться с ними. И вот в нашем обществе, если какой-то саньяси ачарья, какой-то саду, он общается с женщинами, они падшие, но это не совсем правильно. И вот такое попадение может в различные, по-разному случиться. Например, кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, если он с женщинами не общается, но можно вспомнить, вот быть внимательными, вот, например, вот эти слова очень важны. Аса Санга Тьяка и Вайшнава Ачара. Это терминология Аса Санга Тьяка и Вайшнава Ачара. Мы должны обсуждать это долгое время, когда и читание Бхагавата будем обсуждать, буду говорить об этом. И вот мы должны помнить, что падение может произойти разными способами. Вот Йошит может прийти в различных формах, например, кто-то слишком привязан к деньгам, к положению, это, к славе, это тоже вскоре станет причиной его падения, у него нет представления об этом. Йошит значит, мы слышали название такое, Йошит. Йошит значит, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада объясняет, Йошит значит, если что-то, если я привлечен чем-то, наслаждаюсь чем-то, то это Йошит для нас. Кто-то привязан к деньгам, хочет их больше и больше, это Йошит для него. И вот я очень... Обычно люди об этом не говорят, умалчивают или просто ограничивают женщинами и все. Но если кто-то привязан к деньгам, то это Йошит для него. Или если кто-то привязан к славе, то это есть Йошит для него. И вот Йошит Санга не значит только женщина. Нет, она может прийти в различных формах, в форме славы, почести, еще чего-то, во многих формах. Даже в форме страсти к чтению Бхагаватам вслух перед публикой. В этом тоже Йошит Санга может прийти и быть причиной нашего падения.
И вот мало у кого есть такое представление и понимание Йоши Цанги в столь широком смысле. They don't know that sadhu, that acharya is fall down. They don't know. Because they only, their idea is there only woman. So, in different form, suppose I have a strong attachment for something, building, land, например, кто-то привязан к зданиям, земле, там, какой-то собственности, то это Йошит для такого человека. И таким образом Йошит Санга может прийти в нашу жизнь в различных формах. И вот я говорю о различных оскорблениях, и я говорю о различных. И покрытие нашего сердца, может быть, покрытие наше сердце покрыто, да, пылью, это не так сложно очистить сердце, покрытое пылью. Но если эта пыль уже долго лежала, стала глиной. Вот если зеркало несколько сотен лет пролежит, то уже покроется глиной или еще чем-то, уже сложнее очистить. И потом, если еще дольше пролежит, эта глина камнем станет. Еще дольше пролежит, еще чем-нибудь станет, что уже гораздо сложнее очистить. И вот Вишна Чакравати хочет объяснить, что в соответствии с нашими предыдущими самскарами, апаратхами, различные покрытия появляются на нашем сердце, но себя мы не можем обнаружить под этим покрытием. Только саду, гуру, вишнавы не могут указать нам, что у нас в нашем сердце, показать нам, с помощью чего мы можем очистить свое сердце. Оскорбления также могут пойти в различных формах. Например, мы собираем деньги под именем, собираем пожертвования ради гуру вишнавы в храм, и осознанно или неосознанно используем эти деньги для себя. Кто-то дал нам денег, например, для служения гуру вишнавам, мы используем для своих целей. В этом случае человек становится бессердечным. Вриндаванда Стакур Махаши объясняет, как люди совершают оскорбления в адрес Вриндаванда Стакур Махаши. Они игнорируют. Вриндаванда Стакур Махаши говорит, что те люди, они игнорируют Баладева. Даже если вы изучите четыре веды, все же тема Баладева очень сокровенная. Как Шрила Прабхупад говорит, если вы изучите весь Бхагаватам, вы не найдете имени Радхарани там. Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, в Бхагаватам, если нет имени Радхарани, почему нет? Шрила Прабхупад ответил, кому, ради кого
имя Радхарани должно быть Бхагаватам для кого? Для таких глупцов, как вы? Что вы будете делать с этим? Например, будет там имя Радхарани ясно указано. Что толку от этого? Что вы будете с ним делать? Что, какая польза от этого для вас? Вот эта шлока, она указывает на имя Радхарани. Если, изучив, прочитав весь Бхагаватам, если вы не можете обрести связь с Шримати Радхарани, то тогда мое чтение Бхагаватам бесполезно. И вот, изучив весь Бхагаватам, если мы не находим имя Радхарани, то тогда мое чтение Бхагаватам бесполезно. И Бхагаван говорит в Гите, Арджуне, изучив все веды, если вы не можете найти меня, то ваше чтение вед бесполезно. Все веды указывают в итоге на лотосные стопы Кришны. Все веды, Риксама, Яджу, Адхарва, все разделы веды, Веданта, Упанишад, все они указывают на лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны. Но все же обычные люди, особенно те, кто говорят, что они пандиты, не все признают это. И таким образом мы находим то, что, изучив весь Бхагаватам, всю Гиту, Пурану, Панишады, и вот в Брихат Бхагаватамрите я говорил под руководством Санатана Гасая. Санатан Гасая, он написал комментарии очень высокого класса, и обычные люди их не понимают, очень высокий слог там. И вот он представил все в таким образом, чтобы мы пришли к абсолютному уровню. Мы можем найти в Упанишадах, в Пуранах, Агам, даже в Ведах, и там они говорят таким образом, что это невозможно понять, что Бхагаван все и вся. И поэтому в Бхагаватам Махапуране говорится, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, то, что тема в 11-й песне Бхагаватам, Бхагаван говорит, что вся тема Вед, и вот Бхагаван говорит, Веды и Бхагаван не отличны друг от друга. Бхагаван, он сам, Веды, Бхагаван, он явился в форме Вед, они не отличны друг от друга, и поэтому относительно этой сокровенной Сиддханты, эти суры, Сурайо, это во множественном числе, Сури в единственном. Те, кто возвышенные личности, и полубоги, или какие-то муни-риши, они живут на высших планетах.
они также не могут понять суть вед и намеки вед, те, кто даже живут на высших планетах. Это Булока Богу. И даже они, мы можем найти, каждый не может понять Сиддханту Вичар Вед. И как, если вы будете изучать Веды, вы не поймете, кто-то скажет, такая Сиддханта, кто-то иная, что это. Мы не можем понять. И поэтому Бхагаван говорит относительно Сиддханты. Вот Бхагаван говорит Удаве относительно подлинной Сиддханты Вед. Большинство людей, даже те, кто Дивья Сури, живут на высших планетах, они превратно понимают. И вот они не могут понять Сиддханту Вед и Веданта. Это очень сложно. Кто-то спрашивает одно, кто-то другое, и все запутаны. И вот здесь говорится, и имя Баладева очень сокровенно, как имя Шимати Радхарани, оно очень сокровенно спрятано внутри Шримад Бхагаватам, а по сути, я могу сказать с полной уверенностью, что весь Бхагаватам прославляет лотосные стопы Шримати Радхарани. Это очень хорошо. Весь Бхагаватам с самого начала, с вот этой шлоки до самой последней. Весь Бхагаватам, если буду говорить так, что весь Шримад Бхагаватам Махапурана — это прославление лотосных стоп Шримати Радхарани, и это очень хорошая сиддханта. Но, конечно, прямо или косвенно, все прославление — это Шримати Радхарани, это правильная сиддханта. Поскольку мы должны изучить с Бхагаватам, что мы, о чем узнаем, о севе, о служении. Мы должны обрести настроение служения. И даже после Вриндавана Стакур Махашу говорит, даже изучив всю Веду, все эти четыре Веды, характер Баларама, прославление Баларама очень сокровенно. Обычные люди не могут понять. Даже вайшнавы, они превратно понимают. Вот Гунаван Миша, он был Брахманом, вайшнавом, занимался поклонением божествам, но все равно он превратно понялся. Поэтому не так все просто. И поэтому Чайтанья Махапрабху, он хотел прославить имя и славу Баларама Нитинанда. Чайтанья Бхагавата, в Чайтанья Чайтамрите можно видеть время от времени Гауранга Махапрабху прославляет имя Нитинанда Баларама. Мурари Гупта, он хотел поклониться Гауранге Махапрабху, Нитинанда Прабху был там, но он... И вот когда тот пришел, поклонился Гауранге, Махапрабху ударил его, сказал: «О, глупец, ты неправильно сделал, что неправильно? Нужно сначала Нитинанде поклониться». И таким образом, время от времени мы можем видеть, что даже система Вьясапуджи, показанная Гауранге Махапрабху, она уже там была, она, то есть
схема Вьясапуджи уже была давно, задолго до явления Махапрабху. Но Шачайтанья Махапрабху хотел указать на особенность Вьясапуджи. Шачайтанья Махапрабху хотел показать некую особенность Вьясапуджи, некую важность, чтобы мы совершали Вьясапуджу с полной верой, чтобы обрести милость. И Гуранга Махапрабху время от времени можно найти в читании Бхагавати, в читании Чайтамрити. Кто-то жалуется, что Гуранга Махапрабху Нитянанда Саньяси украшение носит. И вот критиковали Нитянанду. Но Гуранга Махапрабху объяснил, сказал, да, вы видели украшение на нем, на теле Нитянанды. Но это не орнаменты, это украшение бхакти, девятисложная бхакти в различных формах, в форме золотых цепи, браслетов и прочего. То есть это девятисложная бхакти присутствует в этих украшениях. И вот сокровенный татва Нитянанды Прабху, Гуранга Махапрабху и время от времени объяснял. Даже Гуранга Махапрабху говорит, однажды, если вы обнаружите, что Баладев Нитянанда Баларам, Гуранга Махапрабху говорит, даже если вы найдете, что Нитянанда Прабху Нитянанда принял в качестве жены какую-то мусульманку, все же вы не должны его превратно понять. И поэтому относительно Гуру Вайшнава Таттвы большая проблема. Многие не понимают настроение Гуру Вайшнавов, и это становится причиной их падения. И вот относительно Нитянанды Прабху, Гуранга Махапрабху говорит четко, даже если вы обнаружите, что Нитянанда взял какую-то мусульманскую женщину или пьет вино, но все же Нитянанда, он Нитянанда. Поэтому Нитянанду превратно понять очень просто, поэтому Нитянанда Махапрабху, он предупреждает нас, кто такой Нитянанда. Если кто-то спросит, кто такой Нитянанда, Нитянанда значит вечная Ананда, вечное блаженство. Он источник радости, он полностью всегда служит Бхагавану Шри Кришне полностью. Нитянанда Прабху, я имею в виду Баларам, он всегда думает об удовлетворении Шри Кришны. И здесь мы находим, вот Вриндаванас Тхакур Махашой говорит, даже если вы изучите все веды, то тема Нитянанды очень сокровенна. И что я могу сказать? Мы можем изучать различные пураны и там найти, что пишет Вриндаванас Тхакур. И вот они настолько невежественны, что Puran, Veda,
не изучив Веды, Пураны, они критикуют, говорят, где говорится о Баларам расе. И вот и они игнорируют расалилу Баларама. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махарадж говорит, Вриндаван Дас Тхакур Махарадж говорит, два брата в одном месте во Вриндаван Даме. И вот они совершают расу, и как можно их игнорировать? И вот Сиддханта в том, и вот Баладев и Кришна, они совершают расу во Вриндаване. Джива Госвами Пад пишет, они, их раса лила кшетра отдельно, полностью отдельно, то есть их раса, места их раса лила в разных местах. Баладев совершает раса лилу в Убегауне. Это зовется Эча Дауджи. Баларам совершает расалилу там, рядом с Бихарваном, на берегу Ямуны. Там есть место Бихарван. Есть несколько видов Бихарванов. Но я говорю о этом конкретном Бихарване, от которого мы можем пойти. Дерево Баньяна Акшайват. И вот во Вриндаване Акшайвар есть. Из Бихарвана мы в Тапаван можем пойти. Где? Джива Госвами Пад. Его выгнали. Выгнал Рупа Госвами Пад. И он был там, в Байгауне. И вот я говорю о том, месте раса лила кшетра. И вот я говорю о раса лила кшетре Баладева. Баладев, его место раса лилы совершенно в другом месте, раса лила Бхагавана Шри Кришны. В различных местах, как на берегу Ямуны. Это Саради Рас, называется в осенью, во время Дурга Пуджи примерно. И в то время Расалила Саради Пурниму, и это на берегу Ямуны. Но Васанта после Картика на Гавардхане. И в Кодване тоже раса. Очень там такой лес густой. Никто не знает. Это лучшее из мест Расалилы в Кодване. И время от времени Бхагаван Шри Кришна совершает расалилу в различных местах, и Джива Госвами Пад, какие-то сахаджи, они злоупотребляют расалилой Баладева и пытаются утвердить какую-то неправильную сиддханту. Мы уже
На предыдущей было два раз, мы уже опубликовали. Никто не уделяет внимания этому, но Махараш опровержение пишет этому. Вот кто-то написал что-то. И вот кто-то в какой-то книге еще в 2001 году написал какую-то ахине. Махарадж только заметил, он как бы специально не читает все, что пишутся. И вот какой-то Ачарья Сахаджи одобрил его ученика, написали эту книжку с неправильной сиддхантой. Махарадж дал должное опровержение всему этому. И вот Джива Госвами говорит, место Расалилы Баладева, оно полностью отдельно от места Бхагавана Шри Кришны. Но одно очень важное, кто-то хочет сказать, ну кто-то говорит о неправильной сиддханту, что во время праздника красок Холи Баладев и Бхагаван Шри Кришна, младший и старший брат, их эти группы гопи тоже с ними в то время, они отмечают этот праздник красок, это тоже раса можно назвать. И в этом случае кто-то говорит, что они совершают расу вместе, но это не так. Просто это отмечают одновременно. Sankachura came to abduct this Gopika. That was the leader, Sankachura. That comes. There are so many leaders. Anyway, so I already explained this. И вот там много лил было, и вот что в последний раз я объяснил вот это вот, то, как Баладев отправился во Вриндаван с Двараки, как Баладев отправился во Вриндаван из Двараки, из Дваракакшетры. И там Баладев, он находился в течение двух месяцев в Мадумадово. И два месяца Баладев совершал Расалилу. Когда Бхагаван Шри Кришна был там, во Вриндавандаме, то в то время мы не можем найти Расалилу Бхагавана Баларама. И в то время мы не можем найти никаких. Кто-то может сказать, что они вместе. Отмечали вот этот праздник красок, но Расалила совершенная Баларамой была тогда, когда он пришел из Двараки. Когда он был там, во Вриндаване, не было в то время Расалилы, только когда он вернулся с Двараки, чтобы утешить те гопи, имеется в виду группу Бхагавана Шри Кришны. Он хотел утешить их, но Расалила не была. Расалила была совершена его собственной группой, не группой Кришны. Поскольку старший, младший брат — это объект моего
моей любви. И вот те, кто гопи младшего брата, они тоже объекты его уважения и любви. Ну, в смысле уважения и без любви. Ну, как пример, если есть младший и старший брат в семье, то старший и младший брат уважает. Если младший брат женится, то старший брат выражает уважение также жене своего младшего брата. В нашей ведической культуре это естественно. Но младший брат, и вот жена младшего брата тоже получает уважение и заботу старшего брата. И Вриндавандас Тхакур Махаши говорит, услышав Бхагаватам, если кто-то не развивает прити, любовь к Раме, к, имеется в виду Балараме, то его изучение Бхагаватам бесполезно. И вот услышав Шримад Бхагаватам Махапурану, если кто-то не развивает огромную любовь к Баладеву, я имею в виду к Вишну и Вайшнавам. Вишну и Вайшнавам, они отвергают его. Как можно найти, кто-то совершает Вайшнава Апарадху? И тогда, естественно, сейчас общество другое. И вот я говорю об стандарте, если кто-то совершает вайшнава апарадху в те дни, во время Гуранги Махапрабху, если кто-то совершает вайшнава апарадху, то в то время была такая система, что все отвергали его. А сейчас можно наблюдать наоборот. Приглашают везде. Даже каких-то убийц. Ну, никаких не пойманных, но все равно так очевидных. И вот я говорю о стандарте во время Гуранги Махапрабху. Если кто-то совершил вайшнава апарадху, мы знаем. Махапрабху отвергал таких, и поэтому Гурупад Падма, он хотел написал книгу «Сердце Кришны» называется, чтобы предупредить нас о опасности вайшнава апарадхи. Даже когда Гуранга Махапрабху ушел, и когда Рупа Госвами Пад ушел, Санатан Гасай ушел, даже после этого Джива Госвами Пад, он был последний председатель Виша Вайшнава Раджа Сабхи. Джива Госвами Пад, он был последний председатель Виша Вайшнава Раджа Сабхи. Что такое Виша Вайшнава Раджа Сабха? Виша Вайшнава Раджа Сабха значит во время Гуранги Махапрабху все вайшнавское общество, они выразили почтение Гуранги Махапрабху как царю. Что такое Виша Вайшнава Раджа Сабха? Это значит, все вайшнавы, возвышенные вайшнавы, они поняли, что Гуранга Махапрабху, он Бхагаван Шри Кришна, он буквально царь. И его
Он проявляет лилу Вайшнава. Он сам Верховный Господь. И в то же самое время Он проявляет лилу Вайшнава. И поэтому все Вайшнавы говорили, ну, имели в виду, что вот Он царь. Буквально царь, под руководством этого царя Гуранга. И, ну, кто может сравнить Гуранга Махапрабху с другими вайшнавами? Это невозможно, если кто-то хочет сравнить Гуранга Махапрабху с другими вайшнавами. Возможно ли это? Нет. И вот он сам Бхагаван, и в то же самое время вайшнав, и он царь, и под его руководством те вайшнавское общество. Но в то время как бы вайшнава в других местах не было, поэтому как бы считалось, что вот все тут, все вайшнавы в Индии, в Бхарате, и хорошо, может, где-то еще в других местах, в тонкой форме есть, кто знает. И вот есть семь континентов. И в семи континентах можно найти Бхагаватам, они описываются. После этого и в Индии, Индия до Белуджистана простиралась. Но потом англичане поделили ее, а до этого больше было. Ну, части России, ну, Россия, как сказать, Российская империя, ну, ну, скорее всего, там, что там, Персия, Афганистан. Ну, в общем, что-то от России тоже в Индию входило. Ну, давно было сложно, сказать, что именно входило. Ну, Индия большая была в то время. Бхарат-Варша была огромная территория. И вот если изучить Пураны, Бхагаватам, можно найти какие-то вайшнавы. Далеко находится. Ну, как Калинак, например, его не было, он откуда-то издалека пришел. Его земля была очень далеко. И Лаврита Варша. И различные варши можем найти. Калинак, он издалека пришел. И какой вайшнав сейчас, где, в какой форме, мы не знаем. Поскольку с нашими материальными глазами мы видим там Китай, Россия, еще что-то, но в тонкой форме, кто знает, какие-то муни, риши могут быть в тонкой форме где-то или не проявлены. И вот смотрите, изучив весь Бхагаватам, услышав весь Бхагаватам, если мы не чувствуем влечение к Балараму, поскольку Баларам, он идеализм Сева, Баладев, он идеализм Сева, Нитянанда. Мы можем обсуждать это, Баладев, он Нитянанда, Баларам, сколько, как он служит Кришне, какими способами, как мы можем найти Гарбхуда Гасайи, Кширада Гасайи, Гарбхуда Гасайи, Карнарда Гасайи, три Махапуруша.
один экран, Ранавасая, экран Сагара, бесконечный океан и бесконечные миры. Они зовутся Махавишну. И вот этот Махавишну также пришел из Баладева. И вот смотрите, Баладев, он является лилой с Кришной внутри Вриндавана. Баладев, он является своей лилой с Кришной внутри Вриндавана, чтобы служить ему. Чтобы служить Кришне в форме Мул Санкаршана. Этот Баладев, который является своей лилой с Кришной, он мул изначально Санкаршан, и после этого этот Санкаршан Баларам, он четыре четыре вьюхи, квадрат какой-то. И вот в общем, в этой четырех по углам Васудев, Прадюмна, Санкаршан, Нирутха, каждый в своем угле. И этот Санкаршан, Маха Санкаршан, и внутри Вриндавана, мул изначальный Санкаршан, из этого изначального Санкаршана, и четыре, в четырех направлениях, то, что защищает Голоку Вриндавана, и там Баладев, он защищает трансцендентный Вриндаван в форме Васудева, Санкаршан, Анирудхи, Прадьюмны. И вот он сам. И внутри этого лотоса Брахма Самхити, и вот этот цветок лотоса, сердце, вина этого лотоса зависит Вриндаваном. И снаружи можно найти. Вот этот лотос олицетворяет, ну, сердцевина, лотос олицетворяет Вриндаван, чуть снаружи Матра, еще снаружи Дварака, потом Шветадвип, это Вайкунха, Галока. И там можно найти Горалилу в форме. И вот Бхагаван Си Кришна совершает Горалилу. И это Горалила. Она происходит на Шветадвипе, она дополнение к этой Кришной Лиле, ее объяснение. И там можно найти Санкаршана, который в четырех формах является. А тут Санкаршана опять является в Вайкунтха Джагате в четырех формах. Вот в этих, и тот Санкаршан сейчас принял форму Махавишну, который пришел на Вайкунтху. И вот этот Махавишну, я говорил о нем в Брахма Самхите, И вот этот Махапуруш, Карнарна Вишай Махапуруш, в каждом его, с каждой поры Махавишну можно найти бесконечные материальные меры, исходят. И кто? Мы. Кто вы? Если мы сравним даже муравей, залезает на кого-то, увидит, куда он попал. Понимаете, о чем я говорю? И это
зовется относительный мир. И поэтому муравей может думать, что этот мир бесконечный. Ну, это в смысле, не человек, он залез, если то думает, что такое, когда я попал. И человек, если он приезжает в Гималай, он увидит, как кто я относительно этих огромных гор. И так можно почувствовать себя незначительным. И мы всегда должны думать, что мы незначительны, что мы малы. И тогда ложное эго не разовьется, если мы поймем эту теорию относительности. Мы в этом относительном мире, мы находимся здесь. И мы всегда должны думать, что мы не выше чего-то. Этот мир, он относителен. И вот Баладев служит внутри Вриндавана. Баладев служит внутри Вриндавана, служит Кришне. И в Гора-лиле также в форме Нитинанды. И также в Айодхе, в Рама-лиле, там Баладев тоже является лилу Лакшмана. И вот везде это зовется сева, особая сева. Связанное с творением. Иначе бесчисленные Баладев помогает вот этой севе, связанной с творением. Бхагаван Си Кришна, он изначальный Господь. Вот в этой шлоке говорится. И вся сева Говинды, он Баладев все делает, даже в этом творении, в этой лиле творения и относительно. И и даже когда Гауранга Махапрабху приходит, перед тем, как прийти, но перед тем, как Гауранга Махапрабху приходит, Нитинанда Прабху уже пришел, и старший брат Гауранги Вишваруп. И вот старший брат Махапрабху Вишваруп. Что значит Вишваруп? Под именем Вишварупа указание мы не можем понять. Это имя Вишваруп, оно указывает, что он Нитинанда. Вишваруп значит то, что мы видим. Вишварупа – вселенская форма, буквально. И все, что мы видим или не видим, все Вишварупа – это Вишварупа. Это Вишварупа. Это все, что мы видим, это зовется Баларамом. Вишварупа значит Баларам. Вишваруп значит все, что мы видим или не можем видеть. Все Вишварупа, бесконечность Анантадев, и имя Вишваруп указывает, что он Анантадев, но мы не можем понять. Имя Вишваруп значит, показывает, что он Нитинанда. Но когда наш Сиддханта Вичара,
Nityananda Prabhu there, and Anantadev Nityananda, and Vishwarupa also. Анантадев, Нитьянанда, Вишваруп, они в одной форме, Нитьянанда приходит, чтобы родиться как старший брат Махапрабху Вишваруп. И вот Вишваруп, он единственный, которым Гуранга Махапрабху боялся. И это где-то написано, книгу не мой переводит, треть уже перевели, там вся детская лила и остальные лилы не мая. И вот Вишваруп, он единственный, кого Махапрабху боялся. И в Кришна-лиле мы находим И вот Баладев пришел сначала из чрева Деваки, а потом этот плод был перенесен в чрево Рахини с помощью Югамаи. Джива Госвами подпишет Сандарбхи. Все. Что невозможно, что практически невозможно, это возможно с помощью Йогамайи. И вот смотрите, Баладев Нитьянанда служит в различных формах. Вот на следующий день мы будем объяснять то, что Баладев, он служит Кришне в форме этого дворца, где Кришна живет, и подушка, постель, Вьясасана, священный шнур, падаки, ну и все, зонтик и вообще все, что используется в служении Кришне, это проявление Баладева, Анантадева. То есть он все, Баладев, он проявляется в различных формах. Даже можем сказать, что по милости Баладева, Анантадева, мы все дживатмы, бесчисленные, тонкие, малые, бесконечно малые души, мы и находимся в этом мире и как что-то делаем. И это тоже лила Кришны. Прямо или косвенно, это лила Кришны. И Кришна, он являет свои лилы с бесконечным количеством джив. Идите сюда. Кришна в форме гуру, Баладева и дживы уходят. Дживы хотят наслаждаться какими-то материальными вещами. И все, Баладев — это все. Только воля Кришны. Только единственная воля — это Кришна, а все остальное делает Баларам. Все и вся — это Баларам, а Кришна, он, за ним только воля. Он олицетворение воли. Если услышав Бхагавата, мы не поймем в
великолепную славу Баладева, Нитянанда Гурутату, то тогда наше чтение Бхагаватам бесполезно, и Вишну Вайшнава. И в то время Дева Госвами Пад если видели, что кто-то что-то делает неправильно, его выгоняли из Вишавачного Раджа за 5 часов. Таких негодяев, наоборот, приглашают везде. И вот я говорю о стандарте. Вриндава Дас Такур Махараджа говорит, те, кто не развили огромную любовь к Гуру Таттве, к Баладеву, к Балараму. Такие люди отвергаются Вишу Вайшнава Раджа Сабхой. Еще Бхактивинода Тхакур не говорил с теми, кто совершал Вайшнава Парадхи. И вот весь Шримад Бхагавата Махапурана, прославление, это прославление Гуру Таттвы, в итоге Радхарани, но все же, если чуть зайти чуть далее, то видим Баладева, Баларама, но в итоге это Радхарани. Это прославление, весь Бхагаватам, это прославление Радхарани, но мы настолько слепы, настолько глупы, у нас нет любви к Гуру Вайшнавам. Завтра я буду говорить о том, как мы хотим использовать Гуру Вайшнавов ради своих корыстных целей, и как Вриндаван Дас Такур Махараджа, он хотел побить нас. Завтра день ухода. Вриндаван Дас Такур Махараджа. И вот завтра мы обсудим, что мы как вороны это завтра явление Вриндаван Дас Такур Махараджа. И вот как и Махарадж будет говорить завтра, как мы корыстно пытаемся использовать Гуру Вайшнава в служении себе. Но такие люди вскоре теряют осознание. И вот та шлока, с которой начал, она очень важна. Если мы не выражаем почтение Балараму, то Гуру Вайшнава, они отвергнут нас.